Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня ее веду я, Михаил Горин. А со мной на связи израильский журналист Софья Рон-Мария. Здравствуйте, Софья. Здравствуйте, Михаил. Ну, как известно, в Израиле пережил очередной теракт, как его называют, автомобильный. Это когда араб садится за руль, чаще всего грузовика, и давит граждан Израиля. Да, у нас теперь как в Ницце. Да, в данном случае пострадали израильские солдаты, которые находились на экскурсии. Погибло 4 человека, как известно, множество раненых, состояние некоторых до сих пор тяжелое. И я вот какой вопрос хотел вам задать, Софья. Сразу, когда произошел этот теракт, то в социальных сетях, естественно, началось его обсуждение, и многие тут же увидели взаимосвязь с действиями солдат на месте этого теракта, с недавним осуждением Элиора Азарии, солдата, который совершил, по мнению суда, самосуд и был признан виновным в непредумышленном убийстве. Напомню тем, кто не знал, что он застрелил раненого террориста. И многие говорили, что вот повлияло дело Азарии на действия наших солдат, которые растерялись, не сразу начали стрелять в этого террориста, который был на грузовике и так далее. Вы тоже видите такую взаимосвязь? Вы знаете, Михаил, я вам отвечу, если можно так сказать, амбивалентно. Во-первых, я просто не знаю ответа на этот вопрос, потому что я недостаточно информирована, какие именно солдаты находились там, каких именно частей, и как эти части приучены реагировать и функционировать, потому что говорили, вот, а если бы это был спецназ, а если бы это, а это тыловые части и так далее, и так далее. Поэтому, с одной стороны, возможно, что связи нет. С другой стороны, может быть, она и есть. Мне кажется, что на этот вопрос просто очень трудно ответить однозначно. Но, вообще-то говоря, даже если ее и совершенно нет, то это никоим образом не влияет на абсолютную абсурдность судебного решения по делу Азарии. То есть если теракт произошел и без связи с делом Азарии, то все равно это никак не превращает решение суда в более логичное или более приемлемое для общественного мнения. Софья, простите, я вас перебью. Я когда говорил, что в социальных сетях многие увидели связь, то речь шла о том, что солдаты испугались стрелять, боясь, что их постигнет судьба Элиора Азарии. Совершенно верно. Я тоже видела очень много таких дискуссий в социальных сетях. Кстати, говорили об этом и по радио очень много. И очень возникла любопытная ситуация, при которой сторонники, скажем так, к сожалению, или не к сожалению, такова действительность, но дело Элиора Азарии в очередной раз расколола Израиль на левых и правых, и практически здесь проходит водораздел, поскольку правые выступали на стороне Азарии, а левые против. Так вот, и поэтому как раз по большей части левые, они и в социальных сетях, и по радио начали, и на телевидении, естественно, начали объяснять, что нет, никакой связи нет. И, как я уже сказала, а может быть, связи и нет, но никоим образом это не превращает решение суда в менее абсурдное. Но, возвращаясь к ситуации солдат, опять-таки, мне сказать трудно. Конкретно в этой ситуации, может быть, солдаты и не задумывались прямо сразу о деле Азарии. Но понятно, что может возникнуть завтра другая ситуация, при которой они задумаются. То есть, если в этот раз, может быть, дело Азарии никак не повлияло, оно может повлиять завтра, а может быть, оно уже повлияло в каких-то других случаях, которых мы просто не знаем. А может и не повлиять, это все как бы непредсказуемо. А скажите, нет, пожалуйста... Не повлиять оно не может, не верю, потому что вообще для чего, собственно говоря, существует решение суда? Для, как бы это сказать правильно по-русски, РТА, для устрашения. То есть для того, чтобы человек сказал, ого, если кто-то не заплатил налоги и за это его посадили в тюрьму, то лучше я завтра заплачу. И поэтому скажут, о, если солдата посадили в тюрьму за то, что он убил террориста, то в следующий раз я хорошо подумаю. Так что, это может произойти, безусловно, может. Вопрос только в том, произошло это на этот раз или нет. Вот на этот вопрос у меня нет вот четкого ответа. Софья, скажите, пожалуйста, вы несколько раз упомянули, что, на ваш взгляд, решение суда по делу Элиоры Азарии было абсурдно. А в чем его абсурдность?
Вы считаете, что он неправильно установил суд, я имею в виду, и следствие неправильно установили, как все обстояло? Видите ли, я думаю, что, конечно, я не судья, хотя я заканчиваю сейчас как раз обучение на адвоката, но даже и до того, как я начала изучать юриспруденцию, у меня всегда вызывало очень нехорошее ощущение решение суда и вообще любое решение, принимающееся единогласно. Дело это, безусловно, очень сложное. Я думаю, что согласятся все возможные участники дискуссии и слева, и справа, что дело Азарии очень сложное. В этой ситуации я бы поняла, если бы было принято, допустим, решение суда, и было бы мнение меньшинства. То есть, допустим, один из судей был бы не согласен. Или бывает еще такая ситуация, когда принимается решение суда, с которым согласны все судьи, но они его по-разному аргументируют. Один, допустим, сказал бы так: да, я думаю, что Азария виновен, потому что все его показания очень неправдоподобны. А другой бы сказал: я думаю, что его показания здесь правдоподобны, а здесь неправдоподобны, но все-таки он виновен. А третий сказал бы: ну, у меня это вызывает там некоторые сомнения, но думаю, что все-таки он скорее виновен, чем не виновен. То есть, понимаете, если бы была какая-то амбивалентность в решении суда, то мы сказали: да, сразу понятно, что у судей там может быть какая-то юридически обоснованная точка зрения, и в итоге они пришли к такому решению. Но когда решение принимается, во-первых, единогласно, а во-вторых, все до одного доводы защиты отвергаются, а все до одного довода обвинения принимаются, то создается ощущение, что решение продиктовано все-таки в первую очередь не юридическими соображениями, а влиянием, которое не может не оказать действительность на судей тоже. И судьи втянулись, как мне кажется, в конфликт вокруг дела Азарии, который носил явно политический характер. Знаете, я вспомнил сейчас, когда вы говорили слова военного прокурора, который представлял сторону обвинения на этом процессе. Он по его завершению сказал, что его, ну, я, естественно, не цитирую, у меня нет под рукой цитаты, но смысл бы ее был в том, в его высказывании, что он не испытывает никакой радости от того, как завершилась эта история, и вообще радость бы он бы испытывал, если бы этой истории вообще не было. Я вспомнил эти слова к тому, что дело не только в юридической оценке всей этой ситуации, а еще и в оценке общественности. У общественности, по сути дела, была альтернатива простая: либо признать Элеора Азарио преступником, как это сделал суд, либо героем. Вот этот выбор у вас тоже был? Нет, а я так не думаю. Мне кажется, что в этой ситуации солдат может не быть ни преступником, ни героем, а может быть, он действовал под влиянием минуты и не всегда в точности по инструкции. Иногда, на самом деле, я думаю, что Азария в этой ситуации вообще не успел как следует подумать, что понятно, потому что многие ли из нас могли бы думать о чем-то, когда на земле лежит террорист. Может быть, он связан. А дело в том, что оно и что. А может быть, у него есть, как называется, взрывное устройство, которое он сейчас задействует. А может быть, вообще человек находится в состоянии аффекта, то есть солдат, да, после того, как только что стреляли в его товарищи, он даже не успевает сообразить, что все уже закончено, и теперь стрелять не надо. И может быть, он при этом даже не герой, а просто человек, который не точно оценивает ситуацию. Это тоже можно. Да, вполне возможно. Он же не командир, не офицер. В конце концов, рядовой солдат, мальчик 19 лет. Да. Я хочу вернуться к началу нашего разговора, с чего мы, собственно говоря, начали. Еще только когда процесс над этим солдатом начинался, только шло следствие, а потом был сам процесс, уже тогда высказывалось мнение, что если солдат будет осужден, а так оно и произошло, точнее, он еще не осужден, мы еще не знаем приговора. Приговор будет только 15 он января. Он осужден, но мы еще не знаем приговора. Да, да, нет, он признан виновным. Признан виновным, но мы еще не знаем приговора.
Да. И каким он будет, и что за ним потом последует, за этим приговором. Да, но уже тогда, и особенно после того, что он был признан виновным, упорно люди говорили, и это показывали все опросы, что все это отразится на действиях наших солдат, особенно в боевых частях, когда будут боевые столкновения с противниками, или в пограничных, или в пограничных ситуациях особенно, что они 30 раз подумают, действовать им или нет, что они побоятся и так далее и тому подобное. Вот мне хотелось вас спросить, вы разделяете ли такую точку зрения? И да, чем... конечно. Это... Да, пожалуйста. И чем что? Нет, ничего, пожалуйста, говорите. Конечно, я думаю, что... Ну, правда, я думаю, что здесь есть два аспекта. С одной стороны, безусловно, существует такая опасность. С другой стороны, я думаю, что существует и другой вариант развития событий, а именно, что если в следующий раз возникнет что-то похожее на инцидент, произошедший с Азарией, то солдата либо не отдадут под суд, либо, если отдадут, то суд будет по-другому происходить, потому что не только солдат сделает вывод из произошедшего, но я думаю, что и армия, и суд сделали вывод из общественной реакции. Они уже сказали «А», и не могли не сказать «Б», в следующий раз, может быть, они «А», кстати, и не сказали. Так что здесь у этой палки есть два конца. Может быть, настолько как бы возмущение общественное настолько велико, что в следующий раз этого уже не произойдет. Да, вполне возможно, что наши высокопоставленные военные... что следовало бы... Высокопоставленные военные и особенно политики будут в следующий раз более сдержаны в своих оценках. Что касается, кстати, политиков, то любопытно отметить, что ведь за дело Азарии лично заплатил своим постом министр обороны Яалон. Но никогда бы премьер-министр не решился сместить с поста министра обороны такого заслуженного бывшего начальника генерального штаба, как Моше Буги Яалон. Сделано это только потому, что возмущение вокруг дела Азарии было очень велико, и нынешний министр обороны, цинично воспользовавшись, в общем-то, этим делом, сегодня не принимает активного участия в кампании с целью каким-то образом помочь солдатам. Ну, помочь ему может только президент, если будет после приговора, а не министр обороны. Смотрите, министр обороны, который, в общем-то, лично Азарий обязан своим креслом, мог бы, конечно, вести себя иначе. Это уже, наверное, тема отдельного разговора. Ну, это тема отдельного разговора. Да, и всех сторон нашей политики, очень мудренной. Софья, большое спасибо за этот разговор. Всего вам доброго.